друзья, сегодня для вас выступает команда КВН «Чук». Ребята, где команда? На сцену вышли, я сказала, сейчас же. Что происходит? Наташ, может, не надо? Я сказала, выходим на сцену сейчас же. Так, показывайте, как мы репетировали. Здравствуйте, с вами команда КВН «Чуточку». Сегодня мы планируем пройти... Радостнее! Здравствуйте! С вами команда КВН «Чуточку». Сегодня мы планируем пройти в финал. Здравствуйте! С вами команда КВН «Чуточку». Сегодня мы планируем пройти в финал. Молодцы. Итак, включай машину юмора. Наташ, какая машина юмора? Это школьный КВН. Тогда включай мини-машину юмора. Наташ, это Зеленоград, город технологий. Тогда включай нано-машину юмора. Наташ, мы команда КВН. Мы школьная команда КВН «Чуточку». Тогда просто включай. Ура! Ударь каламбуром по неогревшей взрослой психике! Все вы слышали, что недавно открылась новая Ленинградка. Представьте, парень впервые проехался по ней со своей девушкой. А следующий номер особенно оценят люди, имеющие отношение к развивающим играм, продавец у которого есть товар только одного вида. Здравствуйте, покажите, а какие развивающие игры у вас есть для детей? Какие-то они странные, пошли лучше у нас игру. Следующая миниатюра для людей, которые заботятся о своем зрении. Здравствуйте! Здравствуйте! Закрывайте глаз, читайте буквы. А, В, Б, Г. У вас нормальное зрение. Ой, вы, наверное, так давно работаете, все буквы знаете. Несмотря мне диагноз можете поставить? Нет, мне просто все равно. Это же бесплатная поликлиника. В школах порой встречаются и такие люди. Мария Ивановна, Мария Ивановна, у нас завтра конкурс стихов, срочно, стихотворение, очень срочно. Стихотворение, максимум рифма, скажи 300. У нас спектакль, нам нужен урок актерского мастерства. Мастерство актерское, а что, видогонь Курочкину пришли, не понимаю. Мария Ивановна, помогите, пожалуйста, придумайте номер для КВН. КВН, а покажите, типа я такая на стуле сижу и делать ничего не хочу. КВН, мне вообще-то это не платят. Вот если бы бумага пришла из департамента... Ну... Бумага! Паника, паника, куда бежать, куда стихотворение? Буря мглою небо кроет. Актерское мастерство. Вихри снежные крутят, только в дверь не зовут. Вчера монгольский ученый, о боже! Итак, дорогие друзья, почему мы показали этот номер последним? Потому что редактора сказали ставить последний длинный номер в самом конце. Верно. А почему мы проводим эту игру именно в четверг? Да потому что зал ДК свободен именно в четверг. Первый садись в пять. Итак, команда... Команда КВН «Чуточку» специально для вас. Спасибо. Спасибо.